Шалом, возлюбленные! Привет вам из Индонезии! Возлюбленные, когда вы заходите в тупик и кажется, что из ситуации нет выхода, только Господь Иисус может дать выход любому человеку. Вы должны знать, что если Иисус открывает дверь, то никто не может ее закрыть. Слава Богу! Аллилуйя! Поэтому, возлюбленные, давайте вместе благодарить Бога за это, благодарить за Его чудеса. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, come on, everybody, say, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh. Everybody give a shout, hallelujah! Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, you came from heaven to earth, show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift, oh, Lord, I lift your name on high. Возлюбленные, давайте вместе послушаем Слово Божие, которое нам будет проповедовать пастор Ника. Пусть услышанное нами Слово ведет нас и принесет мир в нашу жизнь. Mengatakannya betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Tahun 2018 – это год новых начал. Новое начало говорит о Господе Иисусе. Библия говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. Его зовут Иисус.
Господь Иисус — это Бог, который стал человеком. Господа Иисуса также называют Сыном Божиим, потому что Он был зачат в утробе Девы Марии. Дух Святой сошел на нее, и сила Всемогущего осенила ее. Мария родила сына и назвала его Иисус. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Все мы согрешили, и все лишены славы Божией. Возмездие за грех — это смерть, безусловно, и для каждого человека. Поэтому Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти человечество. Господь Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Вы должны знать, что никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Иисуса Христа. Ведь действительно, спасение можно обрести лишь через Господа Иисуса, потому что нет другого имени, данного людям, которым бы надлежало нам спастись, как только именем Господа Иисуса. Поэтому если мы хотим спастись и попасть на небеса, мы должны покаяться и поверить в Господа Иисуса, а также быть верными до конца. Господь Иисус говорит: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Для того, чтобы войти в Царство Небесное, мы должны стать похожи на маленьких детей. Вот характеристики маленьких детей. Во-первых, они не держат зла. Во-вторых, они не любят лгать. В-третьих, они всегда хотят быть рядом со своими родителями. В-четвертых, родители всегда ведут их. И, наконец, в-пятых, дети всегда доверяют своим родителям, что бы ни произошло у них в жизни. Библия говорит: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Господь желает наставлять, учить и вести нас на том пути, по которому мы идем. Входя в этот 2018 год, если мы хотим быть водимы и наставляемы Господом, наши глаза должны всегда быть на Господе, чтобы мы правильно понимали Его. Вам нужно понять это. Господь не всегда наставляет, учит и ведет нас нежно. Иногда Он делает это резко. Возможно, Господь использует вашего пастора, друга или близкого человека для этого. Если ваши глаза не обращены на Него, то вы можете неправильно понять Его и истолковать Его действия. Мы можем не совсем хорошо относиться к тем, кого Господь использует, чтобы научить, наставить и повести нас. Datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhanmu.
Господь Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто из вас подавлен тяжелыми бременами в своей жизни? Возможно, это болезни, проблемы в семье, с финансами. Вы устали, и вам кажется, что жизнь проходит впустую. Так придите к Господу Иисусу, потому что Господь Иисус приглашает вас, находящихся в таких ситуациях. Он желает дать вам покой. Независимо от ваших проблем, Господь Иисус может и хочет помочь вам, потому что для Господа Иисуса Христа нет ничего невозможного. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku. Для тех, кто любит Господа Иисуса, 2018 станет годом необычных чудес, которых не видело око, не слышало ухо и не представляло сердце человека. И вы переживете их все. Однажды, когда Иисус вернулся в Капернаум, Он зашел в один дом. И сразу же туда пришло множество людей, так что их негде было принять. Люди стояли даже в дверях. Он проповедовал им слово. Тогда 4 человека принесли парализованного. Но они не могли приблизиться к нему из-за толпы. Они забрались на крышу дома, в котором он был, разобрали ее и спустили вниз кровать, на которой лежал парализованный. Когда Господь Иисус увидел их веру, то сказал парализованному человеку: «Чадо, дитя мое, прощаются тебе грехи твои». Некоторые книжники сидели там и размышляли в своих сердцах: «Почему это он богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Но Господь Иисус почувствовал в духе, о чем именно они думали, и спросил их: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», Он сказал парализованному человеку такие слова: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тот встал, взял постель свою и пошел в присутствии всех этих людей. Люди удивились и прославили Бога, говоря: «Мы никогда не видели ничего подобного. Мы никогда не видели ничего подобного. Такое мог сделать лишь Господь Иисус. Это необычное, необыкновенное чудо». Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Hallelujah.
Итак, Господь Иисус исцелил парализованного, потому что Он увидел веру его друзей, а также этого больного человека. Он имел в виду веру парализованного и тех четырех друзей, которые принесли его. Если в семье кто-то заболеет, и веру этого человека в исцеление поддержит вся семья, то Господь Иисус ответит на желание его сердца и дарует исцеление. Когда Господь Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои», то книжники подумали в сердцах, что Он богохульствует. Только Бог может прощать грехи. Господь Иисус знал, что книжники подумали в разуме и сказал им: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю, встань и возьми постель свою и иди домой». Почему Господь Иисус сказал так? Потому что Господь Иисус — это Бог, который стал человеком. Если кто-то из вас нуждается в исцелении, нуждается в необычном чуде, придите к Господу Иисусу. Господь Иисус восполнит вашу нужду, потому что для Него нет ничего невозможного. Кто из вас желает, чтобы за вас помолились? Поднимите свои руки, я хочу помолиться за вас. Отец, ты видишь поднятые руки. Им нужна Твоя помощь, Боже. Им нужны необычные чудеса, которые явятся в их жизнях. Исцелитесь во имя Иисуса. Исцелитесь во имя Иисуса. Исцелитесь и восстановитесь. Восстановитесь.
возлюбленные, продолжайте верить в Бога. Его помощь никогда не опаздывает. Его сила та же. Возлюбленные, принимайте обновление от нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня с вами был Билли. Увидимся на следующей неделе. И да благословит всех вас Господь Иисус Христос. Beautiful, so beautiful.